Всем привет! Сегодня вышло обновление в Скайблоке 6 сентября. И были добавлены светлячки. Вот такое вот обновление. Довольно быстро оно вышло. Так, смотрим, конечно же, верстак 3 уровня. И... Вау, что такое? Это сюда можно закрывать светлячков, да? Надеюсь, это будет выглядеть красиво. Так. Оу. Сам сачок. Крутая вещь, обязательно крафтим. Еще какой-то фонарик добавили. Обязательно его посмотрим. Маленький сундук изменился. Смотрите, какой-то вообще другой стал. И вот еще такой маленький для светлячков. Так, давайте берем фонарик. Сейчас посмотрим. Ну, мне кажется, он как факел светит. Ну, чуть-чуть получше. Так, крафчу эту штуку. И крафчу вот эту штуку. Сейчас посмотрим. Так, еще хотел сказать про тотемы. Теперь очень легко собирать этих. Смотрите, просто нажал один раз, и тебе уже сразу все собралось. Очень, я думаю, это круто. Вообще прикольно. Так, вот смотрите, это наполненный светлячками. Большой. Это маленький. Ну, такие вот они выглядят. Вот так вот они выглядят. Внутри вот так, как в сундуке, можно 6 положить. Вот, еще светлячки бывают разных цветов. Вау, как это выглядит красиво. В большом это выглядит красиво, а тут-то... А в маленьком, ну, не очень так, смотрите. Вот тут очень красиво. За этим можно наблюдать бесконечно. Ладно, мы идем дальше. Теперь, что можно делать с этим сачком? Конечно же, ночью будут появляться эти светлячки, но еще можно ловить пчелок. Я нечаянно, конечно, доловил тут уже немного. И вот я не знаю, что с ними сделать. Скажите мне, оставить их у себя, положить в сундук, или просто взять и выкинуть в бездну? Напишите об этом в комментариях, что мне делать с этими 4 пчелками. Может, еще доберется. Так, теперь маленький сундучок. У него добавилась анимация. Видели, вот как открылся? Вот. Во. Вот в замедленном режиме. Красиво вообще закрывается. И вообще сундук стал красивым. Это круто. Так, сейчас у меня наступила ночь. Ну, я довольно долго подождал. Так, вот пчелки ложатся спать. И без этого обновления нам было бы нечего делать, потому что пчелки все легли спать. А тут раз, и светлячки появляются. И снова становится весело. Можно на них поохотиться. Так, все. Я аж тут наловил много. 30 аж. Ты куда еще? Смотрите, когда уже утро наступает, они берут и исчезают. Я только хотел поймать и сразу исчез. Вот это да, вообще. Неожиданно. Так, ну а теперь я скажу, как сделать, ну, картошку, ой, морковку, которая нужна для мороженого. Так, для этого ложим ее в печку. Почему-то теперь печка очень долго жарит. Не понял, почему. Что-то во угле на эту морковку трачу. О, наконец-то. Это тоже такое обновление. О, 3. Вау, да, это они. То, что нам нужно для мороженка. Вау, красный заполнился. Давайте ловить. Ты что, не ловишься, э? Ура! Нет! Ах ты, я тебе сейчас дам. Смотрите, какой он наглый. Летает тут. Все, поймал. Наконец-то. Вот так вот выглядит красненький. А теперь посмотрим на всех светлячков. Я собрал всю коллекцию. Так, это красненький. Это зелененький. И все. Вот такой вот у нас сегодня получился ролик. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Тут очень много интересного про Roblox. Всем пока-пока.